Всем привет, друзья! Вы на канале Мишаня 2.0. Я Папа Мишаня, и сегодня с нами Мишаня. Мишаня, говори привет! Привет! Привет, друзья! Сегодня у нас будет супер-мега-эксперимент. Это, конечно, так я не разговаривал, а так чисто по приколу. Рофл! Дальше! Сегодня у нас будет эксперимент, потому что мы сегодня будем просвечивать и узнаем, а получится у нас ли узнать, кто у нас находится, чуть не сказал, в скрипышах. Скрипыши, кстати, просвечиваются. И можно выяснить, кто там находится внутри. У нас сегодня на кону арена АТБ, арена часть 2. И куражики от компании Сельпо и АТБ. Сейчас мы это все дело просветим и попробуем выяснить, кто у нас находится внутри. Давайте для начала мы включим фотик. И сначала включим мы фонарик на телефоне и проверим, можно ли просветить карточку АТБ с помощью телефона, а потом мы возьмем, да, конечно, фонарик. Итак, прикладываем вплотную, и как вы видите, у нас ничего почему-то не видно. Не видно. Ну как бы вообще ничего не просвечивается, я бы сказал, разницы никакой. Дальше возьмем куражик, тоже прикладываем очень близко. Вы скажете, друзья, выключи свет, да я вам скажу, тут как бы крути не крути, практически результат одинаков. Но я вам скажу точно, как можно определить, куражик есть. Дальше, выключаем фонаричек и включаем именно фонаричек, именно то, что реально помощнее. Этот челик светит реально очень круто. Так, возьмем по максимуму выкручиваем, так, и делаем вот такой более большой свет. Прикладываем снова карточку АТБ. Ну, не очень. А ну, Мишаня, выключи свет, пожалуйста. Сейчас ребятам покажем, появится ли. Так, прикладываем. Так, вроде бы никакого результата нету. Но с куражиками, я думаю, результат, наверное, возможно, будет такой же. Нет, вообще тоже не просвечивается ни капли. Так, Мишаня, включай свет. И сейчас я вам расскажу, как все же можно определить, кто у нас находится внутри. Так, по поводу компании АТБ, АТБ Арена, я вам честно скажу, тут только нужно открывать вот таким способом и смотреть, кто нам попадется. А попался нам сегодня Фрей, Валкирия, Силдар 120 на 230, ХПшка 2500. Почему не просвечивается? Потому что, я считаю, АТБ сделал из фольги вот эту упаковку, которая не просвечивается. И ты, допустим, не узнаешь своего героя, как это можно было сделать бы с крепышами. С крепышей там другая ситуация. Там как будто просто какой-то пластик, даже не пластик, полиэтилен, который просвечивается. Дальше. Если мы возьмем один куражик, открываем. А, кстати, еще не открываем. Их можно узнать, там есть такая стопка большая, валяется прямо в компании, вот в магазине в Сельпо. И ты можешь определить. Вот тут у меня вроде какой-то квадратный, на ощупь какой-то носатый, либо что-то такое. Тут у меня похоже на какую-то, если честно, сейчас, так, расслабь булки. Какой-то тоже кругленький. А тут какая-то, как будто как рыбка-цыпленок. Так, рыбка-цыпленок. Так, я тут вроде вот такое, возможно, попадется. Так, возможно, рыбка-цыпленок. Сейчас посмотрим. Не просветилось, не показывает. На ощупь можно определить. Лайфхак на канале Мишаня 2.0. Так, открываем. Ну же. А не рыбка-цыпленок, а такого у нас не было шестиглазого челика. Кстати, вот сейчас нужно отсканировать и посмотреть. Так, у этого пацика 6 глаз, 3 носа, 1 рот, 2 рожки или 2 уха и 2 ноги. Убежал этот пацик. Сейчас будем сканировать, и вот с такой жопкой у нас выпуклой, я бы сказал, в стиле бразильской жопки. Итак, почему у нас не просвечивается? А потому что вот эти фантики, как у компании АТБ, они одинаковые. Тоже сделаны, я бы сказал, с одного материала. Фольга находится у нас, которая не просвечивается.
И ты можешь только угадать на ощупь. Ну, мне как показалось, это будет вот такой перс, но я не угадал. Друзья, лайк, подписка, комментарий. Дальше будет интересно. До новых встреч. Это был Папаня Мишаня и канал Мишаня Дональд. Пока, амигос, пока. Ребята, может, у вас есть какие-то свои лайфхаки, пока я сканирую, пиши в комменте, как ты можешь определить куражика, вот этого липучку, как выбрать правильно перса. Я пробовал вот эти способы, у меня не получилось. Ну, давай, дружище, сканируй, давай. Ну же, пошел, пошел. В общем, до новых встреч, дальше будет интереснее. Пока-пока, амигос. И попался нам милицип. Пока.